Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Люди Икс», «Апокалипсис». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Отряд самоубийц 2016 года. Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут. Первый «Мститель. Противостояние» 2016 года. Мстители под руководством Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя акт о регистрации супергероев, вынуждая их раскрыть свои личности и работать на правительственные службы. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 2016 года. Опасаясь, что действия V-подобного супергероя так и останутся бесконтрольными, грозный могущественный страж Готэм-Сити бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой она когда-либо сталкивалась. Мстители. Эра Альтрона. Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон, искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация ЩИТ распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к величайшим героям Земли – Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся эры Альтрона, где нет места для людей. Страж Галактики. Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва он сам. Единственный способ спасти свою жизнь – объединиться с четверкой нелюдимых изгоев, воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики. Мстите! Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации ЩИТ, собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки, Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. Хранители. Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а часы судного дня, застыв в 5 минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах, супергерой, никогда не снимающий маски, полон решимости свершить суд Линча. Он начинает расследование заговора, призванного уничтожить или дискредитировать всех супергероев прошлого и настоящего. Он собирает своих соратников, отставной легион борцов с преступностью, но лишь один из них обладает подлинной силой. Постепенно Роршах осознает пугающий масштаб заговора, связанного с общим прошлым героев и сулящего катастрофические последствия в будущем. Они хранят наш покой, но кто охранит нас от хранителей? Таинственные люди. Король преступного мира Казанова Франкенштейн и психиатр Аннабель Лик, находящиеся под его дьявольским обаянием, замышляют зловещие планы. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!